Например, мне прошлую неделю, мне нужно было приехать сюда, день памяти мамы было. Я вынуждена была 750 рублей на такси заплатить, чтобы быть здесь. Конечно, это, в общем-то, для нас, пенсионеров, цены немыслимые. И поэтому вот если, чтобы мы не были Иванами, не помнящие родства, нам надо думать тоже. Вот вчера был автобус, потому что родительская была, суббота тоже вселенская. Приехал автобус, но он был один автобус в 10 часов, когда еще панихида не закончилась. Мы приехали, автобуса уже не было.